Ну где же? Ну где же? Ну где же мои зрители? А, вот они! Всем привет! С вами, как всегда, программа «Пробуем новые вкусняшки». Сегодня я пробую новые вкусняшки, которые подготовила мне мама. Одни я уже пробовала, другие нет. Я буду с закрытыми глазами, должен буду определить, на что это похоже или что это такое. И еще у нас специальный гость, и это Тёма. Пробуй, пожалуйста. И он тоже будет пробовать и оценивать. Ну, насчет оценивать не знаю. Я буду закрывать глаза. Все, давай неси. Можешь выбрать соленое или сладкое? С чего хочешь? С сладенького. Со сладенького? А что? Ну, просто есть соленое или сладкое? Не, хочу со сладенького. Начнем с чего-то странного. Это что, чипсы сладкие? Такая подарка. Тут? На тарелке? Моё. Вот тут. Так. По ощущениям, это таблетка. А на вкус? А! Это сухофрукты. Это облепиховая нуга с семечкой. Я же пробовал конфеты со вкусом сыра. И вот этот, и вот запах этой штуки очень похож на вкус этой фигни. Вкус нормальный, но вот эта фигня ненормальный. Это что? А что там только? А там что, ничего, но не натурально? Не натурально. Ладно, пропустим этот момент. Ну давай, следующее неси. Только давай я хочу солененькое. Желательно чипсы. Ты положила, да? Угу. По ощущениям, это чипсы. Это рисовые чипсы, которые вообще не соленые. Да. Сейчас Тёма все съест. Я хочу, дайте мне еще. Вместо чипсов не пойдет, но вот это... Очень вкусная штука. Они же на хлопья похожи. Нори. Точно. Это Нори? Угу. Ой. Остро? Остро. Остро. Угу. Да, вот эту штуку можно с табаско поесть. Дайте воды, а! Дайте воды! Да! Дайте воды! Осторожно. Интересно, загадаешь ты, что это? Это что? Бо. Я догадался. Эти конфеты с кокосом. Видишь, сердечек. Точно. Дайте мне! Вот эти конфеты стоит покупать. Уже это просто отвал башки, это очень вкусно. Какие? И все, это последняя позиция? Да, но ты пока попробуй вначале вот это, а потом вот это. У нас оказалось, что две позиции очень-очень-очень похожи. Одна называется мармелад, а другая смоква. Но с совершенно одинаковым составом. Фигня какая-то. Все, смоква вкуснее. Адки. Полный отстой. Ноль. Смоква. 5 из 10. Чипсы те. Рисовые. Дай. Вот эти вот чипсики. Балдёж. 9 из 10. Ну вот не допёрла. Просто не допёрла. Зато Тёма от мармеладок просто пипец как кайфует. Так. Ну, ноги оставлю 9 из 10. Они вкусные, но очень острые. Поэтому. А кокосовая конфетка? Кокосовая конфета 8. 8 из 10. Я не настолько любитель кокоса. Всем пока-пока. Было столько планов на день, а потом я поел и прилег.